Я прямо вот наобум совсем. Да. От души. Да. Мне всегда хотелось поучаствовать, а тем более провести мероприятие с названием «Маленький самолетик», чтобы каждый ребенок мог уйти с этого мероприятия со своим маленьким, своими руками сделанным самолетиком. И я сегодня получаю огромное удовольствие, потому что мы видим, сколько участников пришло, сколько гостей, зрителей пришло, детей с родителями. Мы видим, на скольких площадках собирают вот от самых простых до намного сложнее маленьких самолетиков. И все с ними сегодня уйдут к себе домой. Мне кажется, что это те условия, чтобы дальше ребенок смог заинтересоваться и смог затем прийти на те соревнования, которые приходят уже на соседние площадки, настоящие кордовые модели. Так, теперь сейчас вторую съемку сделаем мы тебе скажем, да? Да. А вот я попробую сейчас тебе сказать, ну, скажешь сливать, нет. Вот. И сегодня это стало возможным, потому что был получен учебным центром компьютерного образования президентский грант. На деньги этого гранта были закуплены материалы, чтобы эти самолетики изготовить. Была арендована аппаратура. Были приглашены люди, которые сегодня занимаются организацией этого мероприятия. И мы рассчитываем, что после того, как отчитаются по этому гранту, ну, будет возможность получить уже следующий грант на более сложный цикл мероприятий, более интересный, с еще более массовым охватом детей. Ну, что, хорошо. Все?